Всем привет! Прошло 3 дня с тех пор, как я сделал снежное укрытие, так называемую траншею, свой способ. Кто не видел видео, смотрите чуть раньше в плейлистах на моем канале. Вот, и сегодня выбрался снова посмотреть, что с этим укрытием происходит. А происходило на днях вот что. Сразу же на следующий день температура повысилась до плюс 5, и весь день шел дождь. Причем такой достаточно основательный. То есть не ливень, конечно, но хороший дождик. Без зонтика на улице, если выйти, то можно было намокнуть. Вчера температура опять держалась около 5 градусов, но дождя не было. И вот сегодня снова появился небольшой мороз. С утра сегодня было плюс 5. Сейчас посмотрим, что произошло с укрытием. То есть смогло ли оно выдержать такое испытание. Ну, видим, сверху вот эта вот часть, там где был полиэтилен, она, в принципе, даже не протаяла до конца. Видно, что полиэтилен оголился местами. Вот. Кстати, насчет желтого снега. Видим желтоватый снег, но это не значит, что кто-то здесь свою нужду справлял. Здесь есть растение, которое, собственно, семена которого дают такой вот цвет. Сейчас сразу не покажу, а вот оно. Вот такое вот растение. Вот такие вот семена. Ну, укрытие, сразу скажу, сильно осело. Вот сейчас присаживаюсь на корточки, сижу и вижу, что, в принципе, самая верхняя его часть, она примерно на уровне моей головы, а вот эта вот часть уже ниже. Попробуем открыть его. Просто мне было почему интересно. Оно ведь сверху было с полиэтиленом, то есть полиэтилен не должен был позволить дождю протопить снег, только по бокам. Ну, сейчас будем разрывать, смотреть, где тут должен быть вход. Ах, смерзся. Сейчас посмотрим. А вот внутри уже снег немного более такой мягкий. Уже могу сказать, что вход достаточно узкий, он просел. И заползти его внутрь, наверное, будет сложно, если не расширить вход. Очень сильно просел вход. Я думаю, видно на камере. О. Так, если даже пролезть, сложновато будет. Ну же, мы попытаемся. Карманы застегнуть. Фух. Главное не застрять. Так, контроль, чтобы никто мой рюкзак не сдымил. Вроде как никого. Ну что, вовнутрь полезли. Попробуем. Ух, да, узко. Не пролезу даже так. Не, не пролезу. Слишком узкий вход. Придется его еще раскапывать немного, потому что по-другому, ну, никак. Что-то как-то протеснулся. Вот сейчас звонит телефон, но его очень неудобно брать. Иногда звонки реально не в тему. Ну, видим. Вот лежу сейчас на земле, вот в этой вот яме. Вот моя постель, где я отдыхал, где я мог согнуть колени. Ну, по крайней мере, в сторону. Вот та сидушка, на которой я сидел. Сейчас ничего такого здесь уже не получится сделать. Слишком близко опустилась ко мне. То есть потолок слишком сильно опустился. Пролезть сюда еле-еле. Сейчас нужно немножко разгрестись, чтобы не застрять, когда вылажу. Ну, конечно, не застряну. Ну, протискиваться сюда было сложно. Все-таки придется ответить. Эх. Еще с той стороны, на которой лежу. Ай. Ладно, попробуем обратно развернуться. Уф. Вот так вот люди залазят в пещеру, а потом вылезти не могут. Сейчас будем выкручиваться. Можно было ногами вперед, но с другой стороны там можно на выходе застрять. Реально еле помещаюсь. То есть я думал, что за счет полиэтилена укрытие не осядет так сильно, а оно село. То есть даже в морозы
кто не в курсе, укрытие оседает. То есть изначально вы делаете проход нормальной высоты. Проспав здесь ночь, вы обнаружите, что проход стал ниже. Приходится дополнительно его выбивать. А если укрытие просталось еще в теплую погоду, то вообще сильно оседает. То есть использовать такой домик, условно говоря, снежный, на постоянно не получится. Придется его постоянно реконструировать, повышать его уровень. Ладно, выбираемся. И поправить капюшон неудобно. Фух. Так что такие вот пироги. Использовать укрытие несколько дней, если оно было и так не слишком высокое, не получится. Ну все, собственно, эксперимент провел, посмотрел, выводы сделал. Всем удачи, пока.